По три салата в одни руки. Европейские покупатели столкнулись с дефицитом овощей в супермаркетах. Непривычно пусто в магазинах Британии, Норвегии и Дании. Продажи того, что осталось в запасах, строго нормируют. Например, отпускают несколько салатов и кочанов брокколи на человека. Причем цены заоблачные. Кабачки и баклажаны подорожали за месяц почти в 4 раза. Виной всему неурожай, который возник из-за очень холодной зимы в Италии и Испании. Основных поставщиков в это время года. Сначала сельскохозяйственные регионы накрыли ливни, а потом заморозки. По словам экспертов, если погода не наладится, Европа может остаться еще и без цитрусовых.